что это? Не знаю. А зачем она? Не знаю. Тогда выкинь. На, сам выкинь. Слышь, я дома завел себе настоящего африканского крокодила. А как соседи? Они не ругаются? Какие соседи? Для того, чтобы снять хороший фильм, нужно помнить о многих деталях, которые зрители потом увидят в фильме. Первое, о чем надо хорошо подумать, это история, которая будет показана в фильме. Все слова и игра актеров должны быть подобраны так, чтобы четко передать суть зрителю. Здравствуйте. Где был? У соседа. Нужно найти хорошее место для съемок, правильно установить камеру, ну и все это хорошо снять. И на все это нужно смотреть с точки зрения зрителя. Будет это понятно зрителю или нет? Если не будет понятно это зрителю, то что нужно сделать, чтобы было понятно? Вы меня не так поняли. На что вы жалуетесь? После того, как имеется отснятый материал, очень важно его хорошо отредактировать. Да я его за полчаса собрал. Также большую роль в фильмах играет звук и музыкальное сопровождение. Для того, чтобы звук нормально звучал на всех акустических системах, нужно пройти через несколько видов
звуковой обработки. И музыкальное сопровождение должно соответствовать тому, о чем идет речь в фильме. Для обработки звука имеется множество инструментов, и звуковая технология находится на довольно высоком уровне, и мы сколько могли использовали это для того, чтобы вы смогли увидеть то, что вы увидели. Вот деревня, а!